Ежегодно 28 сентября отмечается День атомной промышленности. Для Десногорска, как для города, который возник благодаря развитию этой отрасли, этот день особый. Главным событием праздника стал большой концерт, прошедший в Центре информации и общественных связей «Нейтрино». Яркую концертную программу организовали и провели творческие коллективы сектора культурно-досуговой и спортивной работы первичной профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции. Хореографические и вокальные коллективы дарили свое творчество не только сотрудникам атомной промышленности, но и всем жителям города. Это поистине наш общий праздник, поскольку это праздник и строителей нашего прекрасного города, и тех, кто построил красавицу САЭС, и тех, кто эксплуатировал и затем передал свой опыт молодому поколению, и тех, кто сейчас стоит у пультов, и наши совсем маленькие жители, которым только предстоит выучиться и стать у пультов реакторов и турбин, и управлять атомоходами атомфлота. На сцену вышли воспитанники заслуженных руководителей Аллы Коробейниковой и хормейстера Эльвиры Арсеновой. Их юные коллективы «Театр эстрадной песни «Шанс» и хор «Жаворонок» не только покорили зрителей своим профессионализмом и энергией, но и сопровождающими танцевальными движениями. Хореографом для них выступил Александр Хазиков. Также блестящие номера представили солисты и коллективы хореографического ансамбля «Десногорские зори» Ольги Карпинской и ансамбля народного танца «Веселинка» Татьяны Максимовой. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Виталий Степанов, Десна ТВ.